И к нам сегодня поступил щенок с очень серьезными травмами. Скорее всего, что он попал под машину, так как у него есть ссадины на бедре, открытый перелом хвоста. И при рентгенологическом исследовании мы еще обнаружили перелом бедренной кости. Соответственно, сейчас мы будем ампутировать хвост и, возможно, делать остеосинтез. Травма хвоста очень серьезная. Очень. Здесь видим позвонок. Перелом открытый. Неприятный запах, уже некроз ткани. Срочно уже проводить ампутацию. Провели купирование, точнее ампутацию, вынужденную хвоста щенку, так как это необходимо было сделать. Остеосинтез пока мы отложили, так как в принципе смещение не особо большое бедренной кости, щенок маленький, и там уже образовалась мозоль. В принципе деформации видимых по косточке нет. Мы пока решили это дело отложить, так как все-таки есть большая вероятность, что без оперативного вмешательства все-таки кость срастется и, в принципе, на функционал никак не скажется. Ну и на качестве жизни животного тоже. Соответственно, пока мы с этим повременим. Да, и еще раз обращусь к водителям. Посмотрите на этот хвост. Это не просто так, это неаккуратное вождение. Будьте внимательны на дорогах. Пес страдает. Врачи не спят.